Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды забираем быстренько и смотрим, где в данный момент я нахожусь. Так, турнирная арена, Лига Сёгунов 2 звезды, ранг 78. Тебя это устраивает, меня лично нет. Ну что такое 78 ранг, ребят? Ну, на Лиге Сёгунов тем более. Хей, так дело не пойдет. Давай-ка мы с тобой быстренько сегодня прошуршим до лиги хотя бы мастеров, хотя бы одна звездочка, чтобы у нас была. Ну что это такое? Это не дело. Это не дело. Так, давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. Блин, ребята, как же фигово, когда у тебя одно ухо не слышит, а? Вот серьезно говорю. Я говорю, и мой голос как будто, знаешь, этот, в пустоту, в трубу в какую-то, знаешь, в глухую. Что говорю? Нифига не слышу. Так, мне даже кажется, что звук искажен в наушниках. Слушай, это, наверное, все-таки, ребята, побочка пошла. Да, побочка пошла. Как мне сказали, нет, у тебя коронавируса нету. Анализы, ну, типа, не подтверждают экспресс-анализ. Но вирус просто со слизистой ушел, и все. Твою налево. Короче, я даже не уверен, что это коронавирус. Я думаю, что это, ребята, что-то другое уже. Какой-то мутант. Я еще не знаю, какие последствия будут. Вот, потому что кашель не прошел, горло болит. Теперь еще и на ухо сказалось. Ну, офигеть можно. Так, ладно, бомбим. Ребята, естественно, не будем о плохом, будем о хорошем. Обо всем. Я, видишь, тут хотел, думал стримчик начать, но думаю, еще не скоро мы до него дойдем. Сосед еще этот сегодня ни с того ни с сего вдруг решил, блин, опять там ремонтом заняться, гремит. Надеюсь, ребята, вам это не будет мешать, потому что я уже припарился ставить на паузу и все время это пережидать. Так, ладно, мы будем сражаться с тобой в легких боях, да, и в сложных. Поехали. Так, будем, наверное, да, слышу, будем прокачивать вот это вот пушечное ядро. Для этого нам нужно найти с тобой два ноутбука Дона. Так, один уже нашли. Давай второй, пожалуйста. Ну, так, вот и второй, ребятушки. Отлично, ноутбуки найдены. Теперь пленки. Пленки эти, видеомагнитофоны, да. Сколько там? 10 штук надо было, да? Это уже второй. Получается третий. Четвертый. Пятый. Ну, короче, шестой, понятное дело. Седьмой, ладно, найдем все. Так, седьмой, восьмой. Давай. Девятый и последний. Десятый, все. 10 этих нашли. И заодно сразу выполнили мы задание, две штуки. Так, поднять уровень персонажа. У нас, во-первых, сколько мутагена? Блин, куда я зашел-то? Мутагена у нас всего 12 тысяч. Ладно, пойдем, наверное, на арену сходим, а там уже будет видно. Хотя, подожди. Прежде чем идти на арену... Блин, 3 отката, ребята, тратить, а? Ты думаешь, оно стоит того, а? 15... Слушай, наверное, я не буду тратить, потому что у нас, ребята... Еще черепашья буря будет впереди. Блин, и в то же время как бы и надо. Ладно, лига, ребята, у нас Сёгунов, да? Две звездочки. Давай-ка мы попробуем сегодня дойти до Лиги Мастеров. Но я думаю, что у нас в принципе получится. Будем делать, знаешь, как с тобой? Через тяжей. Как обычно, берем с тобой одного тяжа. Ну, надо брать такого тяжа, в котором ты уверен, что он за один удар сможет провести твою команду к победе. Если ты в этом не уверен, то лучше возьми подстраховку, как я делаю на более высоких уровнях. Ну, как-то так. Некоторые вот ребята пишут в комментариях мне: «Рэй, а где найти ту-то игру определенную или другую?» Я могу вкратце сказать. Вот, например, игра Doom, да, которую там и давно, я еще помню, спрашивали. Ее уже, друзья мои, нету в Play Market. Ее просто нету, потому что, ну, я не знаю, знаешь, иногда бывает такое, что разработчики забрасывают свои проекты, и через какое-то время Google
ее убирает со своего магазина. Таких игр много, поверь мне. У меня даже вот есть игры, которые сейчас в данный момент стоят на моем эмуляторе. Даже половина, ну, половина я, конечно, преувеличиваю, но игр 5-6 найдется, которых там уже нету, которые не поддерживаются. Помнишь, такая была игра Angry Birds Epic? Ее разработчики перестали продвигать, заниматься ей, и, соответственно, она канула в лету. Вот. И очень много таких вот игр. Поэтому, если вы спрашиваете меня, почему ее нельзя скачать или почему ее нету в Play Market, ребята, ну тут два варианта. Либо ее прекратили, как говорится, обслуживать, ее удалили из магазина, либо ваша версия Android просто не поддерживает этой игры, и поэтому вы не можете ее скачать. Если вам так нужно, вы можете найти ее в интернете, набрать название этой игры и скачать APK-файл. Вот. APK-файл ставите, и в принципе, если она поддержится, она будет играть. Даже, ребята, бывают такие, что игры, которые не поддерживаются, но все равно можно там в них, как говорится, играть. Надеюсь, как-то так вскользь вам, ребята, объяснил. Потому что уже припаривает писать, этой игры нету или там еще что-нибудь. Как бы так. Ладно, двигаемся дальше. У нас Зэк будет, наверное, драться. И вот эти вот наши ребятулечки. Ну, я надеюсь, что Зэк сейчас бомбочку кинет, и все. Ну не все, но большинство, ребята, пойдет как надо, да? Даже никого не уронили, ё-моё. Так, ну если такой вариант, надо, конечно же, брать Леонардо в первую очередь в разбор. Почему? Потому что он хил. Потом Кабана. Потом я бы, наверное, уничтожил бы Донни, потому что он может дополнительную защиту повесить. Также Рок. Ну давай сделаем массовую. Правда, сейчас Донателло получит? А, нет. Видимо, у Сплинтера нету, не прокачана контратака, поэтому как бы он не стал контратаковать, и все у нас получилось без потерь, даже без урона. Так, ну что, ребята, я чувствую, мы сейчас перейдем уже в Лигу Сегунов 3 звезды, что меня очень будет прекрасно радовать. Возьму я, наверное, здесь кожеголового одного. Да, в принципе, что, один кожеголовый здесь справится. Раз, два, три, четыре. Так, на втором канале, друзья мои, новая игрушка в моем исполнении, прохождении. Называется Санаби. Если что, можете заходить, смотреть и оставлять свое мнение по поводу этой игры. Как она вам зашла, не зашла. Как по мне, так в принципе играбельно и довольно забористо. Да ёк-макарёк, я думал сейчас перейду. Но нет, нет, вот надо вот обязательно тебя оставить на последнем месте. Да вот жуки вы навозные, а. Так, ну что, сегодня, ребята, вкратце по планам. Я надеюсь, успею сыграть еще Дракон в Саннике Улаха, да? Плюс, наверное, подчеркну, сыграем в Tower Conquest. И что-то я еще... А, ну и ХКР-ку, наверное, да, сегодня замутим еще. Вот как-то так. То есть у меня как бы сегодня три игры вышло на второй канал, и три игры или четыре выйдет на этом канале. И, возможно, какая-нибудь гоночка сегодня выйдет. Наверное, ХКР-ка один, а может быть, что-то связано с мотоциклами. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Потому что, как обычно, я могу наобещать наговорить, а через полчаса меня потянет сон. Потому что сегодня я встал очень, ребята, рано. Очень рано, это в 4 утра, прикинь. Я лег, я вырубился в 8 вечера и встал в 4 утра. И вот до сих пор не сплю, а время уже на моих часах 6 часов вечера. Так что как-то вот так вот. И глаза почему-то, ребята, болят. Очень сильно болят глаза. Опять же, какая-то, видимо, побочка. Или я не знаю, что это такое. Прям как будто их выдавливают из головы. Знаешь, вот если кто-то болел когда-нибудь гайморитом, ну, надеюсь, знает, что это такое, да? Когда воспаляются гайморитовые пазухи, и они наполняются гноем, и начинается воспалительный процесс выдавливания. Как бы тебе такое, такое ощущение, что у тебя вот глаза, скулы, вот это вот все выпирает изнутри, из черепа. Так вот, сейчас такое же ощущение на глазах. Хотя гайморита нету, надеюсь, нету. Но ощущение очень, очень омерзительное. Вот серьезно вам говорю. Короче, я весь рассыпаюсь просто на запчасти, не знаю. Это вот все, ребята, итог той моей недолеченной простуды, которая была в первый раз.
Она не стала меня держать дальше, выписала. И все, и вот результат. Ребят, на ослабленный организм я получил еще одну дозу. Дозу вируса. И все. И вот итог. Мучайся теперь, блин. Во-первых, и по зарплате теряю, да? И на лекарства, извините меня, тратятся. А лекарства не дешевые, поверьте мне. Список того, что они мне предложили, ну, как выписали, да? Естественно, я не стал брать то, что выписали, я брал аналоги. Но, ребята, даже с учетом аналогов, дешевых вроде версий, вышло, извините меня, 3000 рублей. Ну, как бы, для кого-то это не деньги, но для меня, ребята, это деньги. Понимаете? Хотя, знаете, сейчас неудивительно, в магазин, чтобы сходить, мне на пару дней нужно потратить от 1,5 до 2000. И это я скромно еще беру. Вот так вот. Так что, одним словом, выживаем. Как-то выживаем, ребята. Ну что, двигаемся дальше. И заговорился я тут с вами. Ну, в принципе, я еще ничего не пропустил, ребята. Мы пока все, у нас 3 звезды, 52-я позиция. В принципе, уже половину прочапали, что очень прекрасно. И давай дальше тогда двигаться. Возьму, наверное, давай сделаем так. Возьму Усаги. А, Усаги, наверное, одного и хватит, ребят. Че тут еще, что-то выпендриваться, кого-то там выискивать, вынюхивать. Одного возьмем его и все, я думаю, этого будет достаточно. За глаза и за уши сейчас порвет он всех. Да, Усаги, ведь ты меня не подведешь. Поэтому, ребята, если я говорю в нос или что-то с голосом в этом, не обращайте внимания, потому что я не слышу вообще, что я говорю. А тем более еще наушники у меня надеты. То есть, сам понимаешь, да, они приглушают, как бы, ну, звук. Фух, как-то так. Отчитался, как, не знаю, как, знаешь, перед учительницей какой-то, когда Олег в доске выйди и думаешь, что сказать, что сказать. Ага, не подготовился к уроку. Да, не подготовился к уроку, ё-моё. Ставьте сразу двойку и пошел я отдыхать. Хе-хе-хе. Как-то приблизительно было так. Вот. Не особо мы любили в свое время там что-то подготавливаться. О чем я, естественно, жалею сейчас. Вот. Надо было учиться, ребята. Учиться. Учился бы. Да хотя тоже там, знаешь, такой, вот, если бы ты учился, мог бы там занимать какую-то... Да какую, ребята, высокую должность, не нужна она тебе. Я вот смотрю, у нас, возьмем даже вот примерно ровесник мой, да, или даже младше меня, в начальстве входит. Да он уже седой, бедный, его там уже задрюкали, затюкали, он уже, бедолага, не знает, куда деться, одеваться некуда, все. Все, попал ты на крючок. Так что, ребят, лучше быть обычным... средним, как говорится, звеном, но зато таким твердым и, как говорится, сам себе на уме. Крутиться в своих кругах и все. Так, ладно. Давай бомбить. Блин, я же забыл, что у нас Рафаэль же этот тоже пере... О-о-о, я забыл, что да, ребята. Тихо, тихо. Не, нормально, нормально, нормально. Все. Я уже думал, сейчас разрубят, пилят нас тут пополам. Нет, все, слава богу, обошлось. Ну что же, это прекрасно тогда. Двигаемся дальше. Я так понимаю, и еще маленечко остается, и мы уже будем с тобой, ну, в мастерах. Куда, в принципе, я и держу путь-дорожку. В путь-дорожку, ё-моё. Так, единственное, что мне не нравится... Ну что ты там тарабанишь, стукач чертов, а? Как ты достал сегодня? С часу дня, ребята, он пиликает там, долбит что-то, я не знаю. С часу дня, сейчас, извините меня, 6-й час. Ну, сколько можно-то, ё-моё. Сегодня этот, Зельевара решил поиграть, только начал, он начал бомбить. Ладно, думаю, пережду минут 20-15, вроде перестал. Только сажусь, он опять за свою стучание, там, болгарка что-то там пилит, я не знаю, блин. Опять пришлось сидеть ждать. Думал, ну все, уже прошло фиг знает сколько времени уже, думаю, ну все, наверное, все, прекратил, уже давно не было. Только я сажусь, он как специально начинает стучать там, колотить, не знаю. Иной раз просто хочется выйти, морду намылить ему, блин. Без объяснения. Я думаю, что сам поймет, почему это произошло. Раздражает, серьезно говорю. Слов нету. Изо дня в день, блин. В течение, извините меня, ребята, уже сколько? 3 года он, по-моему, там долдонит, блин.
Что за 3 года можно делать в квартире, извините меня? За 3 года ее можно 30 раз отремонтировать. Нет, сидит там, что-то херачит. Ой, ребят, что-то я какой-то нервный стал. Нервный, возбужденный, заведенный. Да завел тоже меня, блин. Целый день сегодня. Башка и так трещит, он сегодня это, фигарит там. В магазин, друзья мои, надо в холодильнике шаром покатить. Не могу, лень. Даже не то, что лень, а как-то, ну, некомфортно себя чувствую. Даже никуда не хочется выходить. Даже, ребята, в душ не могу себя заставить залезть, потому что, ну, как-то вот чувствую себя не очень хорошо. Так что, видишь, как, ребят, как плохо, блин, болеть. Твою растудить. Блин, и глаза болят. Вот стоишь, смотришь минутку, и приходится сильно-сильно щурить глаза, чтобы вот эти рези прошли в глазах. Не могу. Просто не могу. И не лежится, и не спится, и ничего не делается. Так, ладно, ребят, не будем о плохом. Все, хорош уже ныть это. Нытье уже достало. Вот, давай-ка лучше о чем-нибудь хорошем, бодром, блин. О чем тут хорошем, бодром можно говорить, а? Скажи-ка мне, был бы чатик, хоть бы в чатике бы пообщались, блин. Ребят, кто из вас умеет нормально настраивать Дискорд, а? Не то, что нормально, а вообще отлично, чтобы там все было четенько, а? Напишите в комментариях. Может быть, как-то настроите мне, я не знаю. Ой. А то я его сам, ребят, наверное, еще лет 200 буду делать. Серьезно тебе говорю. У меня есть Дискорд, я с Ильюхой, с Иллинойзом общаюсь. Но там у меня просто, он есть с одной комнаткой, и все. А там же как-то нужно что-то еще один. Ну, в общем, там заморочки какие-то. Вот. Кстати, кто там Илье всякую ерунду пишет, что я его обвиняю в том, что он мне что-то должен. Ребята, вы завязывайте, давайте такую чушь нести, блин. Просто это уму непостижимо. Вы что, совсем что ли? Я имею в виду, обращаюсь именно к тому, кто такое делает. Охренел, что ли? Писать от моего имени, что мы там с какими-то бабулями кутили. И то, что он мне бабки должен. Вообще, конечно. Просто совести у вас нету. Вот. Мы с Илюхой нормально общаемся, и у нас никаких нету с ним компромиссов. Вот так вот я вам скажу. Ладно. Что сегодня за день негатива? Ты мне объясни, а? Что меня прорвало-то, ёк-макрёк? Все как-то возможно. Да? Весь день, ребят, через одно место. Вот серьезно говорю, весь день сегодня вот так вот. Не понос, так, блин, золотуха. В общем, день, игра на тия называется, ё-моё, поиграл называется. Проныл всю серию, ёк-макарёк. Нет, ну иногда просто, ребята, тоже хочется высказаться. Держать в себе это просто бесело. Вот, накипело, нагорело, как говорится, все подряд. Так, ну что, я так понимаю, это было у нас последний поединок, потому что больше у меня ничего нет. Нейтрализатора я трогать даже не буду вообще. Пускай сидит там все спокойно, на жопе ровно. Так, давай посмотрим, что у нас там по мутагену. Так, о, отлично. Так, слэш, давай-ка мы тебя прокачаем до 84 уровня. Все, прекрасно. Заберем здесь награды. Так, здесь у нас пицца, она мне не нужна. Так, испытание. Давай-ка я, наверное, все-таки попробую немножечко добить, друзья мои. Чуть-чуть. Так, 15, я контролирую, сколько у меня там. До соточки доведем. Я думаю, да, до соточки будет нормально. Просто жетоны, они, извините меня, тоже, ребята, на потолке не висят. Ты же за них доллары копишь, игровые, естественно, игровые. Так, ну что там у нас? А, ладно, давай добьем. Там уже немножко так сыра осталось. Так, ребят, ну что, получается у нас... сколько в данный момент именно... Блин. Не вижу жетонов, ребят. Так, вот. 750, значит, нам не хватает, ну, совсем немножко, ребят.
буквально соточку еще, да? Ну, чуть меньше соточки, но все равно чуть-чуть. В общем, добьем мы скоро 3 ДНК возьмем. Чего бы нам это ни стоило. Ну что, ребята, поплакал, короче, Рэй, да, сегодня всю серию. Ну, а теперь закругляется со спокойной душой. И, в общем, увидимся, друзья, в следующей серии. Всем удачи и до скорых видосиков.